Сегодня у нас здесь будет происходить финал чемпионата по киберспорту Украины. Это самый крупный чемпионат за всю историю Украины, за всю историю аматорского киберспорта в Украине. Призовой фонд этого чемпионата составляет 1 миллион гривен. И это уже финальная часть данного чемпионата. То есть чемпионат начался как отборочные туры в каждой области. Победители каждого отборочного чемпионата в каждой области нашей страны попали на гранд-финал. По 26 команд в каждой дисциплине. Мы играем две дисциплины на этом чемпионате. Это такие компьютерные игры, как Counter-Strike Global Offensive и Dota 2. У нас очень много из профессиональных команд в Украине, которые занимают достаточно высокие места. У нас есть в различных дисциплинах команды, которые занимали там первые места на чемпионатах мира, есть организации, которые занимали такие места, есть игроки, которые тоже зарабатывают очень достойные деньги на киберспорте. Этот призовой фонд делится между двумя дисциплинами по 500 тысяч гривен. И дальше он идет на там, первое место получает 250 тысяч гривен, и дальше по уменьшению идет как бы призовой фонд. Это призовой фонд на весь турнир. Я там выйду за это. Все, что случилось. Ну что мы там погоним?